Всем привет! И сегодня мы приготовим необычные сырники, а именно кокосовые сырники. В таких сырниках точно будет много кальция, потому что в них будет секретный ингредиент. Для этих сырников вам понадобится 80 мл кокосового молока, 17% жирности, 2 столовые ложки кокосовой муки, 1 столовая ложка рисовой муки, 1 чайная ложка растительного масла или оливкового и 1 столовая ложка сиропа топинамбура. Ваниль, соль по вкусу и главный ингредиент – это мак. Мы добавим его в начинку для сырников. Рецепт приготовления. Жирное кокосовое молоко мы наливаем в емкость. Туда мы добавляем 2 столовых ложки кокосовой муки и 1 столовая ложка рисовой муки. Все тщательно перемешиваем. Добавляем 1 чайную ложку растительного масла, 1 столовую ложку сиропа топинамбура, ваниль и щепотка соли. Все это перемешиваем. Получается густая масса, как у обычных сырников. Далее мы формируем из этой массы 3 небольших сырника и в центр добавляем 1 чайную ложку мака. Формируем из этой массы 3 небольших красивых сырника и обжариваем их на сухой сковороде без масла. И секретный ингредиент – это мак. Именно в маке содержится большое количество кальция, больше в 2-3 раза, чем в коровьем молоке. В отличие от кальция в коровьем молоке, этот кальций в этих сырниках усвоится на 100%. Будьте здоровы и приятного аппетита!